Как говорится, привет, народ! С вами Blacks Infinity, и сегодня мы посмотрим новый трейлер, второй, я не знаю, какой это трейлер, Игры Престолов. Это 7-й сезон, а я, как вы знаете, являюсь фанатом Игры Престолов. Люди знали, что я снимаю на 6-й сезон реакции. На последнюю серию, на финальную, была просто мега охуительная реакция, я там реально орал. Можете посмотреть, найти серию, реакшн, финал. Мне кажется, это я единственный, один из единственных, кто делаю на сериалы, поэтому спокойно можете найти. И, собственно говоря, мы смотрим «Игру престолов», это трейлер 7-го сезона. Я хочу посмотреть на то, что они сделают, это предпоследний сезон, я как фанат обязан взглянуть вместе с вами обязательно. Погнали! Так, это... Субтитры говно. Но это Серсея. А, враги повсюду. Победим. О! Идет гном из Войны Бесконечности. I was born to rule the Seven Kingdoms. And I will. Я буду. Драконий камень. О, ни хрена себе. Your father and brothers are gone, yet here you stand. Last best hope against the coming storm. If we don't put aside our enmities and band together, we will die. Это Брэндон был? Не увидел. О, гора. Нихуя война. Вот это норм. Великая война здесь. Мурашка пошла. Игра престолов, новый сезон. Собственно говоря. Мне интересны кадры в конце немножко. Которые будут. Кстати, прикольно они сделали трейлер. Два Таргариена и огонь. И лед. Пламя и лед. Как говорится, первая часть трейлера это пламя, вторая часть трейлера это лед. Кстати, по хронометражу почти равные. Если трейлер как стилистически разбирать, то... такую они соблюли небольшой смысл в трейлере. Вот этот вот именно стилистику, типа пламя и лед. Вот это, кстати, прикольно будет. Побоище. Ланнистеры против Дейенерис. Вот это что такое, я не понимаю. Подождите, смотрите. О, это бежит Джон. Вместе с рыжим. Смотрите, голая. Вот это вот, я не помню, как ее зовут. Короче, тёлка из Форсажа. И кастрат. Я не знаю, может, у него там отрос. Все возможно. Это кто? Это Дорн какой-то, да? Это Дорн? Или чё? Понять не могу. Это Дорн. Это я по одежке узнал, что это Дорн. А это я не понимаю, кто. Ну и неважно. Что-то не узнаю. Ну, потом напишите мне, я прочитаю. Не, ну музон классный. Музон лайк. Ну что ж, ребят, я посмотрел новый трейлер сериала «Игра престолов» 7-го сезона. Мне понравился действительно он. Такой ничего не... А вот заметьте, особо ничего не спойлерит. Мурашка идет, кадры сочные, еще и выдерживает такой вот небольшой философский смысл. То, что песня льда... И пламень, и вначале идет пламень, трейлер пламени, и потом идет трейлер льда, и в конце кадры из обеих этих веток, которые наконец соединятся. Наконец эта огромная ветка соединится и завершится великой войной с настоящим противником Игры Престолов, с настоящим и единственным антагонистом ко всем основным злодеям, потому что... Для каждого определенный персонаж может быть как и протагонистом в этой истории, так и антагонистом, в то время как Король Ночи — это единственный персонаж, которого мы воспринимаем как антагониста. И сопереживать мы ему не будем, потому что сопереживать Королю Ночи все равно, что переживать Гитлеру.
отсылочки на Великого Гоблина. Ладно, ребят, с вами был я, Blacks Infinity. Я надеюсь, вам тоже понравился свой трейлер. Пишите свое мнение в комментарии. Все, всем, значит, пока, берегите себя. Покедова.